Всем привет, дорогие друзья! С вами Веталь. Вы на канале Fishing Clash. Сегодня 31 марта. Заканчивается первый день двухдневного ивента. Играю на своем твинке. Играю без доната. Посмотрим, чего мы добились за первый день. Что нас будет ждать в следующий день. В принципе, мы все закрыли. У нас сегодня ивент «Опытные путешественники». Как видите, остался один день, 3 часа. То есть первый день почти закончился. Место в рейтинге 84. Здесь у нас было задание по Галапагосским островам. Провести поединок на месте Галапагосские острова. Поймать рыбу молот рыба. Поймать рыбу белоперая акула. Поймать рыбу Галапагосская акула. И поймать рыбу синяя акула в поединке. Это я все закрыл. Поймать минимум 10-звездочную рыбу на месте ловли Галапагосские острова. 5 раз закрыл. Поймать минимум 11-звездочную рыбу на Галапагосских островах. 3 раза тоже закрыл. Занять 1, 2 и 3 место в битве. Битву я тоже все закрыл, как видите. Галапагосские острова засветились белым. И написано «закончено». То есть все задания, которые были здесь, я закрыл. Следующее у нас было река Мюррей. Здесь то же самое. Победите в поединке река Мюррей. Победа в поединке золотой окунь. Победа в поединке с тропический окунь. Победа в поединке с обыкновенной бидиан. Победа в поединке с рыбой окунь макори. Так, это мы все закрыли. Потом у нас и шло. В поединке поймать рыбу с редкостью обыкновенная, которая принесет 3200 очков. 5 раз мы поймали. Так, победите в поединке с рыбой обыкновенной, которая принесет вам 3500. 3 раза мы тоже поймали. И в поединке поймайте рыбу обыкновенную 3800. Всего лишь одну надо было поймать. За нее 5000 очков дали. Мы ее тоже поймали. Ну, это даже, я вам скажу, не 12 звезд. Это 11-звездочная рыба была. В принципе, я удивился, почему за 11-звездочную рыбу дают 5000 очков. Но, тем не менее... Так, и лучший результат за вылов рыбы обыкновенной. 3929 я поймал лучшую рыбу. Это было 12 звезд. Ну, в этом сегодняшнем ивенте двухдневном нет у нас пока задания. В первом дне по вылову рыбы 12 звезд. Поэтому здесь мы все закрыли. Вызовы мы почти все закрыли. Осталось один раз первое место занять. Ну и там уже совсем по чуть-чуть. В принципе, за один день ивента мы закрыли почти все вызовы, которые рассчитаны на 2 дня. То есть сегодня мы на расслабоне, пару раз займем первое место, если получится. Конечно, у нас там будут сегодня река Нил и Сейшелы. Они у меня, конечно, не очень прокачаны, так как это мой ивент, вернее, мой твинг. Ну, я думаю, мы добьемся хороших результатов, так как первые две мы закрыли полностью, то есть все задания мы выполнили. Остался только вызов, это мы уже добьем. И река Нил, и Сейшелы так же самое. Если будут такие же задания примерно, я думаю, мы тоже их полностью все закроем. Ну и завтра к вечеру, я надеюсь, уже я все это закрою. И либо же послезавтра, либо же послезавтра утром, либо же сегодня вечером. Сегодня 31 марта. Я думаю, мы полностью все закроем. И я запишу видосик, какое место в рейтинге я занял. Как видите, почти все коробки я открыл, осталась последняя. За нее дадут легендарную рыбу на выбор одну, золотой пакет удочек. Кстати, вообще ни о чем. Просто большой пакет удочек, 2-3 звездочные. Вообще это награда как для двухдневного ивента. Ну просто вообще очень слабо. Я даже не назову это слабо, это вообще ни о чем. Дадут один большой пакет с легендарной, даже не на выбор. То есть вообще хотя бы 2 давали бы уже. Ну 150 тысяч золота. Ну да, еще ладно, 250 удач. Ну, очень скудные награды за двухдневный ивент. Также в рейтинге
мест за первое место. Ну, так себе. В основном Самары дойдут. Первое место нам навряд ли видать. А вот место 4-10, либо 11-20, это, я думаю, нам по силам. Здесь у нас, даже если 20 место мы займем, будет одна пятизвездочная удочка на любую локацию. Это не обязательно, да, она будет на выбор. Также два больших пакета. Ну, неплохо. Ну, могли бы и сделать два больших пакета на выбор. Тогда было бы, конечно, интересней. Вот, зато три легендарных рыбы на выбор будет. И 300 сонаров. Это если 11-20, либо же 4-10 места. Ну, 4-10 надо очень постараться. Но я думаю, вот это вот примерно планирую нам надо в этого выиграть. 21.50 я даже не рассматриваю, так как я думаю, нет, будет меньше. Мы будем стараться выйти на более высокий уровень. Вот. Ставим лайкосик, подписываемся на канал. Ждем завтрашнего видосика. Будем обзор делать, как и что мы, сколько чего заработали. Всем пока, до новых встреч.